Здравствуйте, меня зовут Варвара, и вы на 14 канале. Мы сейчас находимся на премьере фильма «Звериный рейс». Сейчас мы спросим посетителей кинотеатра их ожидания, а после спросим, оправдались ли они или нет. Подписывайтесь на наш канал и досматривайте этот репортаж до конца. Планета загрязняется, люди стали черствыми. Мыслимо ли голосовое сообщение на 5 минут? Нельзя ли текстом? Я просто вынужден начать все с нуля. Здравствуйте, поделитесь, пожалуйста, своими впечатлениями об озвучивании данного мультфильма. Мне мультик понравился ужасно. Очень хорошо, прорисованный, замечательно. Такой классный мультик. Я смотрел. В принципе, вам понравилось озвучивать? Вы еще раз попробовали что-то подобное? Да, конечно, но это работа. Я обязан это делать как актер. Повторю, легко. Замечательные ребята и сработали довольно быстро. И рисунки такие, так все прорисовано здорово, такие смешные. Вы посмотрите, получите удовольствие. По-моему, мультик зайдет. Мне так кажется. Всем. Мультик это детям, я думаю. Но смотреть будут, конечно. Мы соскучились по хорошим мультикам. А это хороший мультик. Так что идите смотреть. Спасибо большое. Я нашлю на вас ливень, который продлится 40 дней и 40 ночей. Это конец. Бог решил стереть все с лица земли. А теперь слушай. Никита, здравствуйте. Вы пришли на мультфильм с детьми? Ну, я искренне надеюсь, что у меня один только ребенок, мне известный, который со мной проживает, который сегодня приехал вместе с нами, конечно. Мы в полном составе, с семьей, здесь. Вот Таисия и Марина с нами. Расскажите о ваших ожиданиях от мультфильма. Любой мультфильм – это радость, это праздник и досуг с семьей, пока есть такая возможность, пока не настал март месяц. Да хватит там, нам не дадут спокойно говорить. В общем, пока есть время, надо ходить с семьей, и мы с удовольствием пришли на «Звериный рейс», потому что сегодня воскресенье, и хорошая погода, мы прогулялись по центру Москвы, и вот приехали смотреть мультик. По-моему, здесь, как всегда, душевно и радостно. Вот я вижу своих там друзей, коллег, тоже с детишками, сейчас пойдем здороваться. Спасибо вам большое за это. Да. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Евгения Гурова, а это Авелина Гурова. Расскажите ваши, знаете, ожидания от мультфильма. Я думаю, что это будет хороший, добрый мультфильм. Обязательно про дружбу, про взаимовыручку и про хорошие отношения. Думаю, будет добрый какой-нибудь развлекательный мультфильм, где будут приключения, будут веселые развороты событий. И я останусь довольна мультфильмом. Спасибо вам большое. Это конец. Бог решил стереть все с лица земли. А теперь слушай. Ты построишь ковчег. И приведешь на него каждой твари по паре. И как они туда все поместятся? Прошу прощения. Как слоны ходить будут в туалет? Мультфильм рассказывает историю Винни и Тома. Это два невероятно веселых мышонка-музыканта, которые обожают выступать на публике. Однажды они оказываются в доме Ноя накануне всемирного потопа и узнают о ковчеге, места в котором строго ограничены. Братья предстоит придумать хитрый план, чтобы отправиться в невероятное путешествие, полное приключений вместе и не утонуть. Правда, пробраться на ковчег – это лишь полдела. Смогут ли они ужиться с новыми соседями и не стать обедом для хищников? Она найдет землю. Даже не знаю, почему меня выбрали. Я точно не справлюсь. Царь я! Наконец-то мой шанс блеснуть. Музыкальный поединок! Царство мое, царство, отвага и коварство. Как только я приду, все козлы попадают в беду. Царь я, правлю тут, как старья. Царь я, шикарный государь я. Всем классно, никто никого не ест. Ого! Мы справились! Звериный рейс. Оправдались ли ваши ожидания? Да, это потрясающий фильм, мультик.
такое иное прочтение, современное, понятное современной молодежи, библейского сюжета. Потрясающе. Очень понравился мультфильм, очень современно сделан и для детей, очень рекомендую к просмотру, очень классный и яркий. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Софа. Расскажите ваше впечатление об этом фильме. Мне он очень сильно понравился, потому что, наверное, он рассказывает о том, как надо ценить животных и быть дружелюбным. Ты бы порекомендовала его каким-то своим друзьям, родственникам? Да, наверное, он очень крутой, мне прям подошел. Почему бы ты это сделала? Наверное, он бы рассказал, что надо ценить друзей, животных. Вот. Он такой веселый, смешной, дружелюбный. Хорошо, спасибо тебе большое. Пожалуйста. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Аврора. Расскажите свои впечатления о фильме. Хочу сказать, что фильм очень семейный, достаточно детский и добрый, и вообще всем советую. А почему бы вы посоветовали его другим? Посоветовал бы именно потому, что сейчас, на данный момент, думаю, каждому ребенку хотелось бы каких-то счастливых моментов в своей жизни, и вот именно этот мультик, я думаю, дополнит в его жизни счастливые моменты. Хорошо, спасибо вам большое. Спасибо, до свидания. Звериный рейс. Ну, что скажете? Это не песня, а катастрофа. У тебя же ритм хромает. Святые мокрицы. Спасибо за внимание. С вами была Варвара на 14 канале. Подписывайтесь, ставьте лайки и комментируйте наши видео. До новых встреч!